Душа компании. Душа компании, да, это про него. Ну, вы верите в то, что произошло? Нет. Нет, конечно, нет. Наверное, никто не верит. Просто обидно, ну и вообще. Просто никто не понесет наказание за вот это вот самое. Нет слов. Никита загинул за нашу и вашу свободу. И он один из первых вышел на Молодечинскую площадь с бел-червоно-белым стягом. И он вышел с миром. И он вышел за свободу. И он вышел за справедливость. И избавлю, и покрою, и яко позна имя мое. Бог зовет ко мне, услышу его с ним.